Короче, идет мужик, очень уставший, очень сильно уставший с работы. Идет, очень тяжелый был день, идет, купил себе бутылочку пивка. В магазине идет домой, заходит домой, раздевается, берет бутылочку пивка, ставит в холодильник, закрывает холодильник. Берет из холодильника, достает раков. Раков достает, кидает их в кастрюльку, начинает варить. Так медленно варит, солит их, солит медленно. Достает сыр, косичку. Такой он, знаете, чуть-чуть влажный, чуть-чуть такой. Сухо. Вот, достает. Его так развернул на тарелочке, разложил колбаску, берет сырокопченую, твердую очень. Вот такой нарезает, медленно нарезает, на тарелочку раскладывает, смотрит, раки уже почти готовы. Он чуть-чуть вытаскивает красных, кладет петрушечкой, посыпал петрушечкой. Вот так ставит на столик перед собой, открывает холодильник, бутылочку пивка, она уже запотела. Чуть-чуть так течет капелька, он бутылочку пивка так ставит на стол, включает телевизор, там бокс. И судья там говорит, в левом углу ринга, там в красных трусах, там наш боксер. О, отлично, так открывает. Вот так открывает бутылочку пивка, берет так рака. На ринге говорят, в левом углу ринга американский боксер в синих трусах. Первый раунд, поехали. Он так берет рака, и российский боксер первым же ударом вырубает американца, и все, бой заканчивается. Он вот так с раком сидит, и к нему подходит жена и говорит, ну теперь-то ты меня понимаешь?